Мир вашему дому! Всем привет! Уникальная выставка появилась в 21-м павильоне ВДНХ в Москве. Эта выставка дает захватывающее представление о сложной структуре тела и объясняет, как взаимодействуют и функционируют системы и органы. Это вторая часть серии об этой выставке. Каждая выставка Body Worlds содержит реальные образцы человеческого тела, а также отдельные органы, конфигурации органов, кровеносные сосуды и прозрачные срезы тела. Пластинаты отправляют посетителя в увлекательное путешествие под кожу. Она дает широкое понимание анатомии и физиологии человеческого тела. В дополнение к функциям органов, общие заболевания описываются легко понятным способом путем сравнения здоровых и пораженных органов. Они показывают долгосрочное влияние болезней и зависимостей, таких как употребление табака или алкоголя, и демонстрируют механику искусственных коленных или тазобедренных суставов. Отдельные образцы используются для сравнения здоровых и больных органов, чтобы подчеркнуть важность здорового образа жизни. Жизнеподобные пластинчатые целые тела иллюстрируют положение этих органов внутри человеческого тела. Выставки Body Worlds полагаются на щедрость доноров тел людей, которые завещали, что после их смерти их тела могут быть использованы в образовательных целях на выставке. Все пластинаты тел и большинство образцов получены из этих доноров. Некоторые органы и специфические образцы, обнаруживающие необычные состояния, взяты из старых анатомических коллекций и морфологических институтов. Цель выставки – создать образовательный опыт для посетителей всех возрастов, чтобы они могли исследовать и наблюдать человеческое тело из первых рук. Изобретенная ученым и анатомом доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году, пластинация является новаторским методом остановки разложения для сохранения анатомических образцов для научного и медицинского образования. Процесс включает извлечение всех жидкостей организма и растворимого жира из образцов, замену их вакуумной принудительной пропиткой реактивными смолами и эластомерами, а затем отверждение их светом, теплом или определенными газами, которые придают образцам жесткость и постоянство. Гюнтер фон Хагенс основал частную лабораторию, известную как Институт пластинирования, в 1993 году. В настоящее время зарегистрировано более 17 тысяч доноров органов по состоянию на март 2018 года. В 2006 году доктор фон Хагенс организовал в Губине, Бранденбурге, крупнейший в мире центр пластинации. Сегодня в Губине проводятся выставки пластинатов тела, а также интенсивные научно-исследовательские работы по постоянному совершенствованию техники пластинации. На территории Губина также находится пластинарий, где представители общественности могут наблюдать, как сотрудники препарируют и пластинируют образцы, а также следить за тем, как создаются пластинаты. Кроме того, в пластинарии хранится большая коллекция анатомических образцов и проводятся учебные семинары, где студенты, медицинские работники и другие заинтересованные в анатомии люди могут развить свои знания, используя пластинаты, уникальные модели, планшеты, компьютеры и исследовательскую библиотеку. Современное учебное заведение не ограничивается только немецкими студентами. Пластинарий регулярно принимает группы из-за рубежа. Многие доноры подчеркивали, что жертвуя свое тело, они хотят быть полезными другим даже после своей смерти. Их бескорыстные пожертвования позволяют нам получать уникальные знания о человеческом теле, которые ранее были зарезервированы для врачей. Пластинация – это одобренный на международном уровне научный процесс. В настоящее время более 400 лабораторий в 40 странах мира используют пластинирование для подготовки образцов для академического исследования. Новые разработки позволяют окрашивать пластинированные срезы тела по мере необходимости для оптимального обучения. Окраска позволяет заметить различия между различными тканями тела,
такими как плотная соединительная ткань и мускулатура, или кожа и подкожная клетчатка. Благодаря инновационным разработкам полимеров могут быть получены механически прочные конфигурации сосудов, то есть синтетические отливки сосудистых систем. Их еще называют коррозийными образцами, потому что в процессе производства окружающие мягкие ткани обычно разъедаются ферментами или кислотами. Берешь, скидываешь вот так вот, и просто встаешь, позвоночник не изгибается, и все. Ты ри-ри-ри-ри-ри-ри. Ты сейчас распуска, да, нормально. А если вот так вот, просто человек умер от депрессии. Опа. Сам процесс пластинации относительно прост. Первый шаг в пластинации – это фиксация. Формальдегид или другие консервирующие растворы прокачиваются по артериям, чтобы убить все бактерии и предотвратить разложение тканей. Этот процесс занимает около 3-4 часов. После этого начинается вскрытие. Кожа, жировая и соединительная ткани удаляются для того, чтобы подготовить отдельные анатомические структуры и элементы. В зависимости от сложности образцов, вскрытие может занять от 500 до 1000 часов труда. Второй шаг – это удаление жировых отложений и воды. Когда необходимое рассечение завершено, начинается, собственно, процесс пластинации. На первом этапе вода и растворимые жиры растворяются из организма в ванне с ацетоном. В условиях замерзания ацетон вытягивает всю воду и замещает ее внутри клеток. Третья стадия – это центральная фаза процесса пластинирования, принудительная пропитка. Здесь образец помещается в ванну с жидким полимером, таким как силиконовая резина, полиэстер или эпоксидная смола. Создавая вакуум, ацетон кипит при низкой температуре. Когда ацетон испаряется и покидает клетки, он втягивает жидкий полимер внутрь, так что полимер может проникнуть в каждую клетку. После вакуумной пропитки корпус все еще остается гибким и может располагаться по желанию. Каждая анатомическая структура правильно выравнивается и фиксируется с помощью проводов, игл, зажимов и пеноблоков. Позиционирование требует больших анатомических знаний и определенного чувства эстетики. Этот шаг может занять недели или даже месяцы. На заключительном этапе образец закаляется, то есть происходит его отверждение. В зависимости от используемого полимера это делается с помощью газа, света или тепла. Отверждение защищает пластинат от разложения и распада. Рассечение пластина всего тела требует около 1500 рабочих часов и обычно занимает около 1 года. Как сказал философ Франц Йосеф Вец, если никто не рискует потерпеть неудачу, то не предпринимается ничего нового и не будет никакого развития, только стагнация и упадок. Прогресс возможен только в том случае, если что-то время от времени ставится под сомнение. Это иногда требует нарушения табу, чтобы позволить развиваться творчеству. Только анатому отведена особая роль. Он вынужден в своей повседневной работе отвергать табу и убеждения людей относительно смерти и мертвых. Гюнтер фон Хагенс сказал: «Я надеюсь, что миры тела будут поощрять людей стремиться жить с вдохновением каждый день на протяжении всей своей жизни». На выставке представлены подлинные человеческие тела, демонстрирующие тело в состоянии здоровья, дистресса и болезни, а также рассказывающие о том, как лучше всего победить и предотвратить некоторые опасные для жизни заболевания, такие как рак, диабет и сердечные заболевания, с помощью осознанного выбора здорового образа жизни. Независимые опросы посетителей, проведенные в нескольких городах и странах, демонстрируют положительное влияние выставки Body Worlds на посетителей.
87% посетителей заявили, что после экскурсии они узнали больше о человеческом теле. 56% сказали, что это заставило их больше думать о жизни и смерти. 79% испытали глубокое почтение к чуду человеческого тела. 68% покинули выставку с ценными стимулами к здоровому образу жизни. 47% посетителей сообщили, что они больше оценили свое тело после посещения выставки. Ну и личные последствия, вытекающие из посещения этой выставки. 68% опрошенных решили в будущем уделять больше внимания своему физическому здоровью. 23% респондентов были более готовы пожертвовать органы после того, как увидели выставку. 22% посетителей вполне могли себе представить, что после смерти отдадут свое тело на пластинацию. 32% заявили, что после осмотра выставки они охотнее согласились бы на вскрытие их трупа для установления причины смерти. 74% будут продолжать заниматься опытом и идеями, которые они получили на выставках в течение некоторого времени. Вот последующий опрос посетителей в Вене, проведенный через 6 месяцев после окончания выставки, ясно показал, что значительная часть посетителей действительно изменили поведенческие паттерны в соответствии со своим решением вести более здоровый образ жизни. Целых 9% посетителей заявили, что они меньше курили и употребляли меньше алкоголя. 33% с тех пор придерживались более здоровой диеты. 25% занимаются больше спортом. 14% стали лучше осознавать свое тело. Выставка «Мир тела» – одна из самых успешных передвижных выставок в мире. Выставка начала действовать в 1995 году. За это время выставку посетило более 50 миллионов посетителей в более чем 140 городах Америки, Африки, Азии и Европы. В Россию эта выставка попала первый раз за эти 20 лет существования. Знание о том, как выглядит человеческое тело и как оно функционирует, это фундаментальная информация о жизни, которая должна быть доступна каждому. Выставка вдохновит аудиторию принять профилактическое здравоохранение через информативную и развлекательную презентацию последних исследований по актуальным вопросам здравоохранения.